Мы себя позиционируем как фэшн-ресторан, это при паде заведения. Соответственно, у нас происходят перформансы. В этот раз у нас есть Захарченко, который победил на конкурсе Celebrity с диджеинг. И он очень редко играет, для нас он сделал исключение. Также он сделал хайр-шоу. Сегодня девушки с его прическами и костюмами от Залевского. Какие-то медузы. Вот с необычными прическами. Это эклектика, которая присутствует в нашем дизайне интерьера. Также она присутствует в образах девушек. Я раньше, кстати, очень много делал каких-то таких вот перформансов, чисто вот под заказ, вот, потому что это не дешевое как бы удовольствие. Тим Залевский нам шил комбинезоны по моим эскизам. А мне нравится его стиль, то, что он несет доброту. Вот в этих комбинезонах есть какая-то все-таки загадка, какая-то эстетика. Это что-то необычное, это что-то космическое, оно что-то такое, оно притягивает. А почему там реально не развивать эту тему, правильно вообще? А музыку я очень давно люблю. И, честно говоря, я ж выступал в битве диджеев среди селебрити, занял первое место. Музыка, она как бы особенно клубная, она практически каждую неделю что-то нужно новое, что-то новое, новое. Ну вот, и она, конечно, меня так захлебывает этим всем вот этим вот наплывом. Одной волной тебя зацепила и несет вообще. Вот и несет, и несет. Это здорово вообще. Крик души, может, это как бы то, что как бы нам в самом деле. А мы как дети, нам не хватает вообще чего-то такого вот эх вообще. А если не мы, то кто вообще будет это делать? Это делается от чистого сердца. Вот, я понимаю, что публика меня понимает и поддерживает. И, в принципе, такое увидеть, и это даже настроение поднимает как-то. Какие зимы, какие депрессии. Ну, музыка очень понравилась. Во-первых, неожиданно. Мы просто заехали с друзьями поужинать, и оказалось, это целое мероприятие. Сразу мне говорят, это, наверное, какой-то модный диджей. Я так присмотрелась, говорю, кажется, это модный стилист Руслан Захарченко. Он такой, помимо того, что талантливый человек, он этот талантливый человек, наверное, во всем. Показ, да, такой своеобразный был. Тоже интересно. Светящиеся головы. У меня подруга подумала, что это показ магазина лампочек какой-то импровизированный. Я говорю, нет, скорее всего, это все-таки прически. Вообще это место классное очень. Нравится музыка, нравится подход, оно такое немножко другое. Такое темное, загадочное, сюда тянет. Это мека для джетсеттеров. Это новое заведение. Аналогов нету, поэтому также очень необычный дизайн. Этот дизайн для нас сделал дизайнер Махно. Очень именитый, он известный. То есть есть много заведений, которые он делал, но именно этот дизайн, мне кажется, у него особо удался. Вот так вот. Также у нас интересная кухня. Это Ukrainian Fashion Cuisine. Это такой фьюжн, только фьюжн настоящий. We'll be right back.